Всем привет! Очередная охота, но не на Hot Wheels, а на технопарк. И я вижу, завезли новые модели. Для меня это новинка. Русский автопром, у вас Патриот, Hyundai Крета. И это магазин Магнит Косметик, кто бы мог подумать. Такая вот Нива, полиция. 4 на 4. Приора. Давно уже лежат. Эти я уже видел. Но десяточка. Смотрю, завезли новый завоз. Патриот. Военный и Нива пожарка. Есть кому надо, можно охотиться в Магнит Косметик. Так, газельки в Окее были такие, еще Приора, техслужба, газелька, таксишка, думаю взять, но пока не беру. Так, Рэмзо Сити, Бентли. Бэха М4. Неплохая. И это у нас Макларен 650S. Тоже неплохо смотрится. Тачки RMZ City. Но масштабные. Так, и зачем я тут подключился? Нашел такую классику. Давно хотел найти, даже выходил, думал про классику какую-нибудь поймать. И сделал 115. Такой президентский. Даже чайка 13. Нифига себе. Вот это уловчик. ГАЗ-13 чайка. И Волга 21 в таксишке. Круто смотрится вообще. Технопарк. Русский автопром. Прям радует. Еще бы москвичей бы наделали. ЖИХ. Было бы. Вообще не цены. Так, вот эту трочку я по-любому забираю. Так, Мерс. Рамзе Сити. В другой упаковке. Два Фольца разных поколений. Еще одна Крета Хюндай. Санта-Фе есть даже. Дастер, но... Спортэдж Kia. Неплохо. Но русский автопром классика. Это то, что надо. Так, Бугатти. Чирон вроде. Не подписано. Иностранный спортавто. Дайкаст. MG5 фирма. Вот это я не знаю. Вроде на Феррари похоже. Так что Магнит Косметик. Такая вот находочка. Кто ищет русские тачки, заходите, добро пожаловать. Может, и в вашем городе есть что-то достойное для коллекции. Так что подписывайтесь, ставьте лайкосы. Покеда, в новых охотах.